прошло 3 месяца с момента операции. Как вы себя чувствуете? Чувствую себя превосходно. Расскажите, какая у вас была операция? Мне проводили круговую блефаропластику верхних и нижних век. А с какими жалобами вы пришли к доктору? Последние 2 года меня беспокоили мешки под глазами, отеки и лишняя кожа на верхних веках. А как протекала реабилитация? Реабилитация у меня протекала очень легко. На 6-й день мы сняли швы, и на 12-й день я уже вышла на работу. Результат оправдал ваши ожидания? Абсолютно. Я очень довольна. Что вы можете посоветовать пациенткам, которые хотят прооперироваться, но боятся? Я хотела сказать, что не нужно бояться. Самое главное — найти своего доктора и вперед. Наталья, спасибо. Мы желаем вам быть красивой и счастливой. И до новых встреч. Спасибо огромное.